По словам местной жительницы Инны Шейда, глобального преображения этот участок дороги, что на улице Центральной, ее семья ждала 29 лет. Сама по себе гравийная артерия больше напоминает одну сплошную болевую точку. В сезон дождей городским жителям приходилось дополнять свой гардероб не совсем модным, но крайне нужным атрибутом – резиновыми сапогами. Очень много машин здесь проезжает, очень много народа, особенно когда поставили сейчас новый район. Все люди ходят на остановку, в магазины, все ходят именно через нашу улицу. Как бы это очень хорошо, что наконец-то мы этого дождались. Сейчас выросли дети, вообще просто никак без этого ремонта. Спасибо большое. Причем так быстро. Столько этого ждали, и так быстро это все случилось. Мы очень рады. Комплексный капитальный ремонт одной из самых оживленных улиц частного сектора микрорайона Ковалева, Центральный, начался накануне и предполагает переход с гравийного покрытия на асфальтобетонное. Работы проходят по плану. Пока на одном отрезке полотно подготавливают к ремонту, на другом спецтехника, погрузчики, асфальтукладчик, дорожные катки уже в активном режиме. Где-то уже неделю мы готовим этот участок. То есть, соответственно, надо было сначала поднять смотровые колодцы, люки смотровых колодцев, кавера, подключение водопровода к жилым домам на отметку, чтобы не заасфальтировать. Берутся в основном самые напряженные, так сказать, артерии города, где в основном транспортный поток самый максимальный. Когда транспортная артерия будет готова, дорожники займутся укладкой обочин. Сдать этот объект специалист планирует в течение нескольких дней. А молодежь и жители старшего возраста, не дожидаясь конечного результата, уже спешат опробовать свежий асфальт.